А теперь подробнее об этих и других новостях. Предстоящим летом планируется запустить третью линию московского центрального диаметра. Маршрут, который свяжет Зеленоград и Раменское, будет иметь длину 85 километров и 41 остановку. 6 из них в городском округе Люберцы. Прилегающие к железнодорожным станциям территории от Ухтомской до Малаховки благоустроят к концу лета. Тему продолжит Богдан Колесников. В Малаховке к подготовительным работам приступили в апреле. Площадь перед культурно-досуговым центром «Союз» полностью обновят. Здесь положат новую плитку, заменят опор освещения, установят скамейки и клумбы, обустроят газоны. Все работы выполняют с учетом пожеланий малаховцев. Благодаря такому общественному контролю жителей работы проводятся достаточно эффективно. И даже в процессе самих работ дополняются, меняются какие-то решения архитектурные. Будет проделана очень серьезная работа. Это не только у ДК «Союз». Это и подходы к самой станции, это приведение торговых объектов в порядок, это, конечно же, благоустройство соседних территорий с двух сторон от станции. Уже проводятся встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания, потому что у нас там предусмотрены лавочки, но люди хотят, чтобы они стояли в определенных местах, не согласно проекту, поэтому все согласовываем с жителями. К работам по благоустройству театрального проезда, ведущего к летнему парку, пока не приступили. Зато полным ходом ведут работы у КДЦ «Союз» и на площади рядом. Фонтана здесь больше не будет, но появится большая клумба, городские часы и камера видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Жители этого ждали много лет. Нет ни тротуаров, ни освещения, как положено везде. Очень бы хотелось, чтобы работы выполнялись качественно, так как положено, и чтобы в срок все было выполнено, чтобы жители остались довольны. Фасады торговых объектов на Рельсовой улице приведут к единому облику. Рядом со станцией по просьбе жителей создадут дополнительные парковочные места. К концу лета все работы будут завершены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.